Я, наверное, не эксперт в этом опросе. Я, честно говоря, школу закончил давно, в 95-м году, но считаю, что вот та система, по которой я учился, когда была пятибалльная система, когда были нормальные вступительные экзамены, мне кажется, это, ну, эта система давала ученых, давала великих ученых, давала просто образованных граждан, которые были в стране и в Советском Союзе, и в России. Поэтому я не знаю, знаете, здесь, наверное, определение уровня знаний, оно не влияет на сам уровень знаний. Мне кажется, что-то нужно предпринять в системе образования, именно в самом образовании, а не в том, как его оценивать. То есть задача не в том, чтобы у меня была пятерка, я ничего не знал при этом. Или там 100 баллов у меня было, или 60, я не знаю. Да, задача, чтобы я знал, чтобы я мог помочь себе, в первую очередь, в жизни, а значит и Родине. Понимаете?